В дополнение к Гольярдо LP564, обладающий удивительными скоростными характеристиками и управлением, Lamborghini привносит новое измерение в самое успешное семейство своих автомобилей и представляет Gallardo Spider. Благодаря оптимизированной системе полного привода, а также доработкам подвески и развесовки, Spider всегда остается под контролем, даже когда его сверхчувствительное управление подвергается экстремальным нагрузкам. Из-за необычно большого 90 градусов угла развала между цилиндрами в двигателе V10 достигается понижение центра тяжести автомобиля. Задняя часть Spider немного завышена, она должна вмещать складную крышу, а светодиоды в задних стоп-сигналах расположены U-образно, что в совокупности добавляет агрессивности внешнему виду автомобиля.
Grand Sport, без всякого сомнения, представляет собой апофеоз роскоши и мощи. Самый быстрый кабриолет в мире не признает принятых границ, а устанавливает собственные. Автомобиль оснащен семиступенчатой коробкой с двойным сцеплением. Его 8-литровый V16 с двойным наддувом производит ужасающие 1250 ньютон-метров крутящего момента, разгоняя болид до рекордной скорости 400 км в час. При торможении задний спойлер работает как аэродинамический тормоз, что позволяет остановить машину всего за 10 секунд. Элегантное стреловидное лобовое стекло и заднее стекло соответствующей формы и размера обеспечивают идеальный обзор и отсутствие турбулентности.
нами. Hudson Tech. Передовые технологии на рынке запчастей. Представляем новый улучшенный измельчитель. SUNS. Система установки нескольких средств.
Удвойте возможности, установите сразу два измельчителя. Оригинальный Super Sports был выпущен ограниченным тиражом в 1930-х годах, был 3-литровым и был призван ставить рекорды скорости и производительности. Continental Super Sports, источающий чистую энергию и адреналин, великолепное воплощение отношения Bentley к высокой функциональности и стремления к новым горизонтам. Для создания мощнейшего и быстрейшего Bentley инженерам был нужен особый двигатель. Результатом напряженной работы стал многотопливный 6-литровый V12 с двойным наддувом, развивающий удивительные 800 ньютон-метров крутящего момента. Мотор не только необыкновенно мощный, он также способен работать на биотопливе. Эффект задымленной стали придает образу Super Sports законченность. Вентиляционные отверстия капота, решетка радиатора и фары очень выигрывают благодаря использованию напыления с помощью PVD-процесса, который обычно применяется при создании часов люксовых марок. ...4038 автомобилей Ford GT, построенных в 2005 и 2006 годах, создавались как идейные преемники легендарных Ford GT40, занявших первое, второе и третье места в гонке Ле-Ман-24 в 1966 году. В нем нет карбона и компьютерных систем помощи при вождении. Ford GT может показаться устаревшим в компании современных суперкаров, но, как и в случае с его предшественником, стоит только выехать на трек, как цифры будут говорить сами за себя. 5,4-литровый, полностью алюминиевый V8 расположен посередине и внизу кузова. Благодаря компрессору он выдает 550 лошадиных сил при 6500 оборотах в минуту и разгоняет автомобиль с нуля до 96 км в час за 3,7 секунды. Ford GT способен передвигаться со скоростью более 320 км в час. При этом машина остается полностью управляемой, не возникает чувства отсутствия сцепления с дорогой. На первый взгляд, машина ничем не отличается от Ford GT40. Но она длиннее, шире, выше и сильно отличается по структуре. В 2006 году к гамме цветов, которые окрашивает Ford GT, были добавлены три новых — Tank Stingray с серебряными полосами, а также Heritage Blue и Orange Heritage. MP4-12C – последнее творение компании с 20-летним опытом проектирования гоночных автомобилей и победителя Формулы-1. V8 был разработан с нуля под заказ и развивает большую мощность, чем любой другой гибридный двигатель, а также достигает 80% крутящего момента до отметки в 2000 оборотов в минуту. Кузов построен из сверхлегких материалов. Используется цельный углепластиковый монокок MonoCell. Автомобиль оснащен двигателем V8 с двойным турбонаддувом с отсечкой на отметке 8500 оборотов в минуту. Забудьте все, что, как вам кажется, вы знаете о спортивных автомобилях. Благодаря тому, что их совершенно секретный симулятор работал над двигателем, аэродинамикой, торможением и управлением, инженеры McLaren смогли сосредоточиться на доведении удовольствия от управления 12C до максимума.
Будьте уверены, это боец. Последователь знаменитой Диабло, Lamborghini Murcielago, появился в 2001 году. Lamborghini твердо хранит верность традиции давать своим автомобилям имена быков, прославившихся на корриде. Murcielago — это имя бойцового быка, который в 1879 году выдержал на арене 28 ударов мяча Матадора. LP640 — это обозначение положения и мощности мотора longitudinale posteriore, задний продольный, мощностью 640 лошадиных сил при 8000 оборотах в минуту. Автомобиль способен развивать предельную скорость 340 км в час. Разгон от 0 до 100 км в час занимает 3,4 секунды, рекордные показатели для машины такого размера. Автомобиль получил обновленные передние и задние бампера и боковые воздухозаборники, открывающиеся при необходимости охлаждения двигателя V12. Выхлопная система встроена в задний диффузор, а воздухозаборник слева увеличили и снабдили масляным радиатором. Специальная серия Murcielago LP654 Roadster была выпущена тиражом в 50 экземпляров, каждый из которых окрашен в ливрею Grigio Celesto, сочетающую в себе серый кузов и ярко-оранжевые вставки на переднем спойлере и порогах Arancio LP654. На машину также установлены покрашенные в оранжевый цвет тормозные суппорты и прозрачный кожух двигателя, гордо демонстрирующий расположенный позади водителя двигатель V12. Версия Murcielago в кузове Roadster оснащена уникальным форсированным 6,5-литровым двигателем V12, выдающим 650 лошадиных сил. Это больше, чем Lamborghini удавалось извлечь из этого мотора раньше. И это создает уникальный характер Murcielago LP654 Roadster. Цветовое решение интерьера перекликается с запоминающимся серо-оранжевым экстерьером автомобиля. Помимо оранжевых элементов, в нем выделяются асимметричный дизайн передней панели, дверная панель и центральный тоннель, выполненные в черном цвете Alcantara Nera на стороне водителя, а также черная кожа Nera Perseus на стороне пассажира. Новый кабриолет Bentley Continental Super Sports сочетает потрясающие характеристики и яркий внешний вид с роскошью и практичностью, которые традиционно свойственны кабриолетам Bentley. Предельная мощь Continental Super Sports делает этот автомобиль агрессивным и ориентированным на водителя. Потрясающий разгон и максимальная скорость свыше 320 км в час достигаются не только за счет впечатляющего двигателя мощностью 630 лошадиных сил. Для достижения таких показателей был снижен вес машины, опущен кузов и добавлена полноприводная трансмиссия с разделением мощности 40/60 для увеличения устойчивости. Даже колесо было изобретено заново. Фантастические 10-спицевые диски со стилизацией под лезвие направляют потоки воздуха на карбоново-керамические тормоза, которые превосходят в размерах все то, что раньше ставилось на серийные автомобили. Черное покрытие двигателя и уникальная эмблема Super Sports — это больше, чем намек на его агрессивный дизайн и феноменальную силу.